Дорогие воскресенцы, 2018 год – это юбилейный год для нашего города. Ему исполнится 80 лет. Поэтому в связи с этим у нас на территории города предусмотрено очень большое количество мероприятий, которые будут проходить на разных площадках на территории нашего города. Основные мероприятия и празднования, как обычно они происходят, это в День России, будут проходить 10, 11, 12 июня. Основные площадки 10-го, как обычно, мы перекроем площадь Ленина, будет большое шествие наших трудовых коллективов, достаточно много и разнообразная программа, будут приглашены ведущие артисты. Очень большие мероприятия будут проходить 10-го, 11-го числа именно в нашем парке городском, который наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев передал нам в муниципалитет, то есть в казну Воскресенского муниципального района. И мы сейчас начинаем при помощи правительства области очень большую работу по проектированию и реконструкции данного нашего парка, который является, ну, на самом деле, жемчужиной, наверное, центра Воскресенска. И наша главная задача сделать его просто парком европейского уровня, поэтому мы будем к этому стремиться.